Как вовлечь? Как вовлечь? Ты уже упомянул один способ. Ты коснулся этой темы. Тебе нужно, ты должен увольнять людей. Вот значит как. Нужно. Необходимо увольнять людей, когда кто-то вас подводит. Что я говорю в таких случаях, Джеред? Почему мы не уволили его, прежде чем он нас подвел? Так? Я не боюсь проиграть сражение, но я хочу, по крайней мере, хотя бы первым врезать. Да, я проиграл, но я врезал первым. Хорошо так зарядил, как следует. Почему люди подводят? И когда это происходит на самом деле? Ведь, по правде говоря, мало у кого хватает смелости уволиться в тот же день, когда он оплошал. Сперва вас подводят, а потом ждут, например, до октября, чтобы уволиться. И все это время они загрязняют атмосферу, портят других сотрудников. Потому что они уже не вовлечены, так ведь? Это просто зараза. Поэтому всегда смотрите, как надо увольнять. Нужно постоянно от кого-то избавляться. Нужно напоминать сотрудникам, что есть тот, кто всем заправляет. И что периодически людей будут выкидывать за борт на протяжении вашего пути. Эй, что у нас сегодня? А сегодня день, когда мы кого-нибудь вышвырнем за борт. Зовите всех, посмотрим вместе. Посмотрите на него. Нужно избавляться от людей, потому что если этого не делать, где вы будете брать новых? Только представьте, попробуйте представить, что вы обращаетесь с мусором в вашем доме так же, как и с вашими сотрудниками. Не выбрасывайте его. А мусор нужно выносить из дома. И порой, когда выносишь мусор, простите, ребята, но это факт. Иногда хороший фрукт, овощ или хороший кусок мяса случайно выбрасываешь вместе с мусором.